Добрый день, коллеги, добрый день, абитуриенты, школьники и все участники нашего вебинара. Сегодня мы продолжаем курс вебинаров по подготовке к единому государственному экзамену по английскому языку. И сегодня мы поговорим о подготовке к отдельному разделу в экзамене по английскому языку, грамматике и лексике. Итак, сегодняшняя наша тема – повторение грамматики английского языка, морфология и подготовка к выполнению заданий раздела «Грамматика и лексика» в рамках ЕГЭ. Безусловно, охватить за один вебинар всю тему невозможно, поэтому мы разделим ее на несколько частей. Зовут меня Солопина Галина Александровна, я кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранной филологии и методики преподавания. Итак, представляю вашему вниманию план вебинара. Прежде всего, конечно, я вас познакомлю со структурой раздела «Грамматика и лексика», с особенностями технического оформления ответов на задания и распределения баллов по результатам ЕГЭ. Кроме того, поговорим о перечнях элементов содержания, проверяемых на едином государственном экзамене по английскому языку. После этого мы рассмотрим задание под номером 19-25, обсудим теорию, у нас будет небольшая практика с вами. После этого дам вам несколько советов по подготовке к единому государственному экзамену по английскому языку и посоветую ресурсы, которыми вы можете пользоваться при подготовке к единому государственному экзамену. Итак, наши постоянные участники наверняка видели, что на первой нашей лекции по подготовке к английскому языку моя коллега Алена Олеговна уже рассказывала о структуре единого государственного экзамена, но я не уверена, что все сегодняшние участники наши были участниками на первом семинаре, поэтому я кратко расскажу о структуре раздела «Грамматика и лексика». Итак, третий раздел содержит 20 заданий с 19 по 38. Он состоит из трех упражнений. 19-25 задание мы проверяем грамматические навыки, 26-31 словообразование, 32 и 38 на общее знание лексической части изучаемого языка. И сегодня мы с вами поговорим именно о 19 и 25 задании на грамматику. Рекомендуемое время на выполнение заданий раздела 3 составляет 40 минут. Однако некоторые мои коллеги рекомендуют сокращать это время и сохранившееся время использовать на другие более сложные задания. Но решать вам. Ответы к заданиям 19-31 записываются по приведенному ниже образцу в виде слова или нескольких слов. Ответ следует записать в поле ответа в тексте работы, а затем перенести в бланк ответов номер 1. Вы видите ниже образец. Ответ, например, если у вас будет «do not know» – три слова, вы его должны записать в бланк ответов без пробелов, большими буквами, и я бы вам рекомендовала писать их очень четко, потому что если вы напишете правильный ответ, но неразборчиво, вам его могут не засчитать. Распределение баллов. Итак, за раздел 3 вы можете получить 20 баллов. Грамматические навыки содержат 7 заданий, и максимальный балл, который вы можете получить при успешном выполнении этих заданий, 7. Лексико-грамматические навыки на словообразование – это 6 заданий, 6 баллов. И лексико-грамматические навыки, там, где проверяются непосредственно ваши лексические знания, 7 заданий, 7 баллов. При максимальном балле, равном 100, если учитывать и устную часть, и письменную часть единого государственного экзамена по английскому языку, за грамматический раздел вы можете получить 20% или 20 баллов. Поэтому, как вы понимаете, это очень важная часть на экзамене. Итак, что же дает нам кодификатор ЕГЭ, что проверяют на экзамене в этом разделе? Проверяют имена существительных, ваши знания по таким разделам. Имена существительные во множественном числе, образованные по правилу и исключениям. Определенный, неопределенный, нулевой артикль. Местоимения, личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, вопросительные. Имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, а также исключения. Кроме того, мы проверяем наречия в сравнительной и превосходной степенях, а также наречия, выражающие количество. Many, much, few, a few, little, a little. Также проверяются числительные, количественные и порядковые. Предлоги места, направления и времени.
Наиболее употребительные личные формы глаголов действительного залога. Это present simple, future simple, past simple, present и past continuous, present и past perfect. Личные формы глаголов действительного залога present perfect continuous и past perfect continuous. Личные формы глаголов страдательного залога present simple passive, future simple passive, past simple passive, present perfect passive. Личные формы глаголов present simple, или его еще и называют иногда indefinite, для выражения действий в будущем после союзов if и when. Кроме того, вам также следует знать личные формы глаголов страдательного залога past perfect passive и future perfect passive, present past progressive, или его еще называют continuous passive, неличные формы глаголов infinitive, participle one, или present participle и gerund, фразовые глаголы. Здесь приведен для пример в кодификаторе фразовый глагол look for, но, конечно же, их намного больше, и вы должны знать их перевод, уметь ими пользоваться. Модальные глаголы, их эквиваленты, например, may, can, be able to, must, have to, should, need, shall, could, might, would. Различные грамматические средства для выражения будущего времени. Например, future simple, to be going to, present continuous и другое. Как вы видите, объем проверки грамматических навыков достаточно большой, и без специальной подготовки, конечно, вам не удастся пройти успешно этот тест. Итак, напоминаю, как выглядит раздел «Грамматика и лексика». Вы видите, в частности, первое задание с номера 19 по номер 25. У нас идет текст. В тексте есть пробелы, и возле каждого пробела стоит с правой стороны какое-то слово. И вы должны, ваше задание прочитать приведенный ниже текст и преобразовать, если необходимо, слова, напечатанные заглавными буквами в конце строк, чтобы они грамматически соответствовали содержанию текста. После этого заполнить пропуски полученными словами. Каждый ответ стоит вам 1 балл. Значит, каким образом, с чего вы должны начинать подготовку или решение этих заданий? Прежде всего, вы должны определить часть речи, которая у вас стоит в правой колоночке. И в зависимости от того, какая часть речи, вы уже начинаете работать с предложением. Каким образом вы можете определить часть речи? Ну, прежде всего, вы, конечно, должны ее попробовать перевести. Если вы перевели, отлично, определили, например, что это существительное или прилагательное, или наречие, после этого начинаете с ним работать. Обращаю ваше внимание, что здесь нужно быть предельно внимательным и не переводить только слово отдельно без контекста. Вы обязательно должны посмотреть, в каком контексте он стоит. Например, если есть слово «snow», прежде всего к вам приходит на ум перевод «снег». Однако вы помните, что в английском языке «snow» может быть и глаголом, обозначает «снежить» или «идти о снеге». Ну, достаточно сложный перевод на русский язык, и абитуриенты очень часто об этом забывают. Вы должны посмотреть на контекст, вспомнить структуру предложения. Если у вас предложение начинается, например, с «it», пробел, то, конечно, snow у вас здесь не снег, а глагол идти о снеге, если мы говорим. Поэтому это будет глагол, и вы подбираете форму уже по глаголу. Сегодня мы рассмотрим некоторые части речи, и я вам подскажу, на что нужно обратить внимание, когда вы уже определились с частью речи. Итак, давайте посмотрим. И еще хотела обратить ваше внимание, что чаще всего, конечно, здесь вы можете встретить глаголы, однако тоже нередко используются здесь существительные, местоимения разного вида, наречия, прилагательные и числительные. Сегодня мы поговорим с вами о существительных, прилагательных, местоимениях и числительных, если, конечно, успеем. Если не успеем, мы продолжим на следующем вебинаре, согласно расписанию. Итак, вы нашли упражнение 19.25, определили в правой колоночке часть речи. Если перед вами стоит существительное noun, значит, наиболее вероятное задание там, вам нужно образовать с нее множественную форму множественного числа. Итак, как вы можете образовать множественную форму числа?
множественное число существительного, прошу прощения. Давайте вспоминать теорию. Итак, существительные noun у нас бывают countable and uncountable, исчисляемые и неисчисляемые. Если существительное неисчисляемое, значит категории числа у него нет, и вы не можете образовать множественное число, оно всегда будет в единственном числе. Что такое неисчисляемое существительное? Это прежде всего абстрактные существительные, abstract nouns, такие как love, hate, любовь, ненависть, то есть вы не можете их, скажем так, потрогать, пощупать и так далее. Это также могут быть материалы, это жидкости и так далее. Например, water, вода, sugar, сахар, sand, песок и так далее, и так далее. Если мы говорим об исчисляемых существительных, здесь появляется категория числа. В английском языке два числа, singular, единственный, и plural, множественное число, то есть a boy – единственное число, boys – множественное число. Так вспомним, как образуется множественное число существительных. По общему правилу для образования множественного числа существительных мы добавляем к существительному окончание s. A girl – girls. Обращаю ваше внимание, что a girl – это единственное число, и после неопределенного артикля a может стоять только существительное в единственном числе. В трех случаях мы добавляем окончание «es». Какие же эти три случая? После «s», «ss», «sh», «ch», «tch» и «s», «x» мы должны добавить окончание «es», и оно будет читаться как «is». Например, «a box» – «boxes», «коробка» – «коробки», «a bus» – «buses», «автобус» – «автобусы» и так далее. Второй случай, когда мы добавляем окончание «es», если имя существительное заканчивается на «y», и перед ним обязательно должна стоять согласная буква. В этом случае «y» мы меняем на «i» и добавляем окончание «es». «A story» – «stories». Но если у нас перед буквой «y» стоит гласная буква, как в слове «play» вы видите, мы «y» не меняем ни на какую другую букву и добавляем просто окончание «s». Вы видите «a play» – «plays». Третий случай, когда мы добавляем окончание «es», это если имя существительное заканчивается на букву «o». Например, «a hero» – «heroes». Обратите внимание, что в данном случае окончание «es» читается просто как «z» – «heroes». Для чего это важно? Вообще вам грамматические навыки, да, они пригодятся не только в этом конкретном разделе, но и в разделе письмо, в разделе устная часть, если вы пойдете на устную часть. Поэтому, конечно, рекомендую вам очень внимательно отнестись к этому разделу. Возвращаемся к окончанию «o». Итак, если окончание слова у нас на «o», мы добавляем окончание «es», но есть опять же ряд исключений. Например, «a piano» – «pianos», пианино, a photo, photos, фото, a radio, radios, радио, a studio, studios, студии, a zoo, zoos, зоопарк. Кроме того, есть отдельный случай образования множественного числа существительных. Например, если существительное заканчивается у вас на букву F или на букву FI, то во множественном числе они должны поменяться на букву V, и вы должны добавить окончание ES. Например, a thief, thieves, вор, a wolf – wolves, волк, a half – halves, половина, a wife – wives, жена, a shelf – shelves, полка, a life – lives, жизнь, a knife – knives, нож, a leaf – leaves, листья. Безусловно, есть здесь исключения, например, proofs – доказательства, roofs – крыши, chiefs, шефы, сейфс, сейфы, рифс, рифы и так далее. В данном случае мы добавляем только окончание s, f не меняется на v и читается глухо с окончания s. Кроме того, некоторые существительные по историческим причинам имеют свои собственные способы построения множественного числа. Или мы называем это также заменой корневой гласной. Например, man – men. Видите, корневая гласная поменялась. Woman – women. Здесь поменялось и произношение слова. Food – feet. Child – children. Goose – geese. Tooth – teeth. Mouse – mice. Ox – oxen. Следует сказать, давайте, наверное, переведу. Man – мужчина, человек. Woman – женщина. Foot – ступня или нога. Child – ребенок. Goose – гусь. Tooth – зуб. Mouse – мышь. Ox – бык.
Следует сказать, что есть такие составные существительные, compound nouns, которые состоят из нескольких основ. Ну, например, sportsman. Соответственно, если у вас есть в таких словах корень man или woman, вы будете образовывать множественное число по этому же правилу. То есть вы будете менять в sportsman окончание, корневую гласную a на e. Кроме того, если мы говорим об исключениях некоторых слов, форма единственного числа совпадает с формой множественного числа. Так, например, sheep будет и овца, и овцы, swine – свинья, свиньи, deer – олень, олени. Иногда еще называют существительное fish, однако fish может иногда употребляться во множественном числе с окончанием es – fishes, когда вы говорите о разных видах рыб. Итак, давайте попробуем применить наши полученные знания или то, что мы вспомнили с вами в теории, на практике. Задание звучит таким образом. Преобразуйте слово так, чтобы оно грамматически соответствовало содержанию текста. Wife. Вам нужно заменить слово wife. Итак, мы говорим о существительном, о единственном и множественном числе. Соответственно, вам нужно поставить слово wife во множественное число. Я прочитаю предложение. Mr. Jones and Mr. Brown worked in the same office. There, blank, blank – это пробел. Там, где вы должны поставить слово, я буду говорить слово blank. There, blank, were good friends. One day, Mr. Jones... Mr. Jones invited Mr. Brown to a small party. Пожалуйста, те, кто с нами на связи, участники, мы вас еще раз приветствуем. Те, кто подключился к нам чуть попозже, напишите, пожалуйста, если вы можете, свои ответы. Итак, первое предложение – wife. Какая форма wife будет правильной в данном предложении? Their blank were good friends. Пока вы пишете, я продолжу. По мере поступления ответов я прокомментирую. Итак, второе предложение. Слово country вы должны поставить во множественное число. Each summer the United Kingdom welcomes children to the international summer schools. They come from more than 45 different blank and many of them come to Dean Claw. Как только вы будете готовы написать ответы, пожалуйста, я жду, я их всех прокомментирую. Number three. Child. There, blank, met a state senator. She showed them around the Capitol building. They even got to listen to the senators discuss new law. Number four. Boy. They got their names because all the blank in the team wore black shorts, socks and shoes when they play rugby. Number five. Woman. Mount Everest attracts well-experienced mountaineers as well as new climbers, quite a few blank among them. And the last one, и последнее, seaman. On the 17th of May 1970, Ra, with two blank on board, successfully crossed the Atlantic, proving that ancient civilizations had enough skill to reach America long before Columbus. Итак, давайте я дам пару секунд вам закончить это упражнение и потом покажу правильные ответы, если у нас так и не появятся ваши варианты в чате. Итак, правильные ответы вы видите на экране, выделенные красным. Множественное число от слова wife будет wives. F поменялось на V, мы добавили окончание ES. Countries, обратите внимание, Y, так как перед ним стоит согласная буква, поменялась на I, и мы добавили окончание ES. Child, множественное число, children, добавляется суффикс rem. Boy, boys, по общему правилу окончание S. Woman, women, поменялась корневая гласная. Seaman, то, о чем я вам говорила. Даже в составных словах мы меняем по правилу замены корневой гласной, и поменялось у нас на seaman.
Итак, мы продолжаем. Значит, второй вариант, если у вас существительное, он, конечно, менее вероятный, чем образовать множественное число существительных, но он также может вам встретиться. Если не здесь, то может быть в каком-то другом задании. Итак, если перед вами существительное, и перед ним стоит другое существительное, значит, вам нужно поставить это первое существительное в притяжательный падеж. Что такое притяжательный падеж, я вам напоминаю. Притяжательный падеж отвечает на вопрос чей. Например, Mary's book. Книга Мэри. Книга чья? Мэри. Мэри стоит у нас в possessive case, в притяжательном падеже. Как же он образуется? Итак, притяжательный падеж образуется при помощи знака апострофа и буквы S, вы видите на экране, или просто апострофа. Последний способ используется для существительных во множественном числе. Например, pupils work, or cars color, работа учеников, цвета машин. Pupils у нас уже стоит во множественном числе и имеет окончание s, поэтому мы просто добавляем апостроф, неполадки. Итак, мы продолжаем. Мы говорим с вами о существительном possessive case, притяжательный падеж и способах его образования. Напоминаю, мы добавляем к существительному апостроф и букву s. Если слово у вас уже, например, во множественном числе заканчивается на s, значит, мы добавляем только апостроф и больше букву s не пишем, как pupils work, работа учеников. Однако, если форма множественного числа образована не по обычному правилу, как мы с вами уже говорили, например, men или children, то в притяжательном падеже не добавляется апостроф s. Например, men's work – мужская работа, children's toys – детские игрушки. Если существительное составное, то есть состоит из нескольких слов, нескольких основ, то апостроф s добавляется к последнему его элементу. Mother-in-law's advice – совет тещи. Passer-by's surprise – удивление прохожих. Иногда апостроф s может относиться к нескольким существительным или даже к целой фразе. Тогда он ставится только в конце этой фразы. Например, Peter and Sally's kids – дети Питера и Селли. Вы видите, что только к Селли мы добавили апостроф s, хотя она относится ко всей фразе. The girl I helped yesterday's face – лицо девушки, которой я помог вчера. Нужно учесть также, что притяжательный падеж используется для одушевленных существительных. Если мы говорим о неодушевленных существительных, то тогда притяжательный падеж образуется при помощи предлога of. Например, Kevin's hat – шляпа Кевина, income of the company – доход компании. Однако есть ряд неодушевленных существительных, которые также могут использоваться в притяжательном падеже при помощи апострофа s. Например, это существительное, обозначающее время и расстояние. Today's newspaper – сегодняшняя газета. Слово today обозначает время и также может использоваться в possessive case. A mile's distance – расстояние в одну милю. Кроме того, могут использоваться названия стран и городов, например, Germany's industry – промышленность Германии, New York's streets – улицы Нью-Йорка, названия газет и организаций – The Guardian's article – статья Guardian, название газеты всем известной – Red Cross Volunteers – волонтеры Красного Креста. Кроме этого, могут использоваться в possessive case и слова nation, country, city, town. Например, country's treasures – сокровища страны, city's streets – улицы города, слова ship, car, boat, ship's name – название корабля, car's speed – скорость автомобиля, слова nature, water, ocean, ocean's temperature – температура воды, океана, nature's beauty – красота природы, название месяцев и времени года, January's frosts – январские морозы, summer's day – летние дни. Название планет – Saturn's rings, кольца Сатурна. Итак, давайте попробуем сделать упражнение. Опять же, нам нужно преобразовать слово так, чтобы оно грамматически соответствовало содержанию текста. Задания формулируются всегда одинаково, поэтому я их больше повторять не буду. Итак, первое слово, которое нам нужно преобразовать – mother. So, let's read the example. I don't have a bank account because I don't know my blank maiden name. Я вам говорила, что possessive case вы можете определить по тому, что после этого слова, после слова в possessive case должно стоять существительное. Оно может стоять не сразу после
blank вот этого, поэтому вам нужно прочитать обязательно все предложение и, конечно, постараться понять его содержимое. Maiden name, name – это существительное, maiden – прилагательное, девичья фамилия матери. Поэтому, если вы готовы написать ответы, пожалуйста, пишите, я обязательно их прокомментирую. Второе. Fellow – парень. You can tell a lot about a blank character by his way of eating ice cream. Number three. Tomorrow. Tomorrow – завтра неодушевленный предмет, однако мы с вами также говорили, что он может использоваться в possessive case. It is my blank task. Number four. Parents. Обращаю ваше внимание, что родители уже стоят во множественном числе, поэтому, когда вы будете образовывать притяжательный падеж, вам нужно обратить на это внимание. This is my blank bedroom. Number five. Children. She got a job in the blank section of the library. And the last one, number six. Здесь у нас с вами целая фраза. Mike and Amanda. Обратите на это внимание. Blank. New loft apartment is really neat. Итак, даю вам несколько секунд, чтобы вы хотя бы для себя в уме прорешали эти задания. И показываю правильные ответы. Итак, правильный ответ будет mothers, мы просто добавляем апостроф s, fellows, точно так же, tomorrows, the same, parents, так как уже существительное у нас стоит во множественном числе и заканчивается на s, мы только добавляем апостроф. Children's, существительное также стоит во множественном числе, однако оно не заканчивается во множественном на s, поэтому мы добавляем апостроф s. И Mike and Amanda's. Мы ставим апостроф S только к последнему существительному, однако относится оно ко всей фразе. Итак, если по существительным вопросов нет, мы продолжаем. И начнем мы говорить об adjective and adverb, прилагательное и наречие. Наречие мы очень немного затронем, и мы посвятим тоже отдельный семинар. Итак, к нам подключается еще кто-то. Спасибо. Итак, я напоминаю, что если у вас встречается в задании прилагательное или наречие, то задание стоит в том, чтобы поставить его в одну из степеней сравнения. Значит, в английском языке, как и в русском языке, три степени сравнения. Это положительное, сравнительное и превосходное. Positive, comparative and superlative. Например, soft – мягкий, это положительное. Soft – мягче, сравнительное. Softest – мягчайший, это превосходная степень. Итак, вы определили, что это прилагательное. Понимаете, что... какую степень, как образуются степени, вам нужно поставить, теперь выбрать все-таки сравнительную или превосходную вам нужно поставить. Вот вам несколько подсказок. Если перед пропуском стоит then, чем, или конструкция the, например, чем больше, тем меньше, the better you prepare, the better mark you have. Чем лучше ты готовишься, тем лучше твоя оценка. Это сравнительная степень. Если у вас перед пропуском, пробелом стоит the, то это превосходная степень, потому как существительное, определяемое прилагательным в превосходной степени, всегда употребляется с определенным артиклем the. Здесь нужно помнить, что the второй раз писать не нужно. Вам нужно написать только превосходную форму. Например, the bad вам нужно изменить. The bad moment was taken, I remembered that I had recently asked staff members to give me their home numbers. Правильный ответ – worst. Вы пишете только worst. Кроме того, обращаю ваше внимание, что ученики и то и дело норовят в этом задании сделать из прилагательного, например, наречия, или дописать к нему какой-нибудь отрицательный префикс. Этого делать ни в коем случае не стоит, потому как для этого есть следующее задание. И в этих заданиях 19-25 это умение не проверяется, поэтому, пожалуйста, не запутайте сами себя. Итак, значит, вы определили, какую степень вам нужно поставить. Теперь давайте вспомним, как они образуются. Значит, в английском языке есть три способа образования степеней сравнения прилагательных. Синтетический, аналитический и супплетивный. Для образования сравнительной степени по синтаксическому способу вам нужно к прилагательному добавить окончание «ia», превосходной степени «est».
Если аналитический способ вы выбираете, значит, вы не меняете само прилагательное, вы ставите перед прилагательным слово more для сравнительной степени, это более, или less, менее. Если мы говорим о превосходной степени, это the most, самый, и the least, самый меньший. Например, the least important, наименее важный. И третий способ – это супплитивные, они образуют форму от других основ. Это, так сказать, слова исключения, вам нужно их просто выучить один раз и использовать в дальнейшей жизни. Итак, давайте вспомнить, как же понять, какой способ нам выбрать из трех. По синтетическому способу образуют сравнительные превосходные степени прилагательные из одного слога. То есть если у вас прилагательное состоит из одного слога, например, new, вы добавляете автоматически к нему окончание ea, получаете сравнительную степень, и st, получаете превосходную степень. Например, new, newer, newest, новый, более новый, новее и новейший. Кроме того, по этому же способу образуют сравнительные превосходные степени двухсложные прилагательные с ударением на последний слог. Обращаю ваше внимание, это очень важно, потому что если у вас ударение будет стоять на первый слог, вы будете образовывать сравнительные превосходные степени по другому способу. Итак, как же вы определяете ударение и сколько слогов в слове? Вы определяете не по гласным буквам, не по графическому изображению слова, а по транскрипции. Polite, вы видите, что он заканчивается, это прилагательное, на «и», но «и» немая, она не читается, поэтому слог она не дает. Да? Поэтому polite, два слога, на последний слог ударения, на второй, будет образовывать по этому же способу. Polite, polite и politest. Далее, сюда также входят двусложные слова, оканчивающиеся на BLE, ER, Y, SOME и OW. Например, noble, nobler, noblest, tender, tenderer, tenderest. Иногда у школьников возникают вопросы, если заканчивается уже прилагательное на ER, нужно ли что-то с ним делать, когда мы добавляем окончание ER? Конечно же нет. Tender у вас это корень слова, основа слова, поэтому вы добавляете непосредственно к нему, пусть вас не смущает два раза повторяющийся ER. Итак, tender, tenderer, tenderest. Дальше happy, happier, happiest. Или narrow, sorry, narrow, narrower, narrowest. Кроме того, когда вы добавляете суффиксы ER и ST, вам нужно помнить о следующих правилах орфографии. Если у вас прилагательное заканчивается на немое И, оно в конце слов опускается. Например, larger, largest, largest. Brave, braver, bravest. Если прилагательное оканчивается на краткую ударную, гласную и согласную, то в сравнительной превосходной степени конечное согласное удваивается. Например, hot, hotter, hottest. Вы видите double T. Big, bigger, biggest, double G. Если прилагательное оканчивается на согласную и букву Y, то в сравнительной и превосходной степени конечное Y заменяется на I. Easy, easier, easiest. Dirty, dirtier, dirtiest. Давайте попробуем на упражнение. Итак, первое слово large. Я напоминаю, вам нужно образовать превосходную или сравнительную степень прилагательных. Для подсказки я выделила вам слова-маркеры, которые помогут вам определить, какую же все-таки степень нужно поставить, а также какую форму выбрать, это уже решать вам. Пожалуйста, если вы готовы писать ответы, пишите. Если нет, решайте для себя, я покажу правильные ответы. Итак, large. The crater is 4,145 feet across and 570 feet deep. It is the blank crater in the entire world. Да, артикль the должен вам подсказать, какую форму выбрать. Number two, great. The climate is continental. However, the fluctuations in temperature are blank than in other European countries. Number three. White. To test his ideas, Heyerdahl decided to build a copy of ancient Egyptian boat and sail across the Atlantic. On the 25th of May 1969, the boat called Ra left a port in Morocco and headed across the blank part of the Atlantic. Number four, Young. She became the blank female to ever receive a patent in the United States. Number five, big. Обращаю внимание, не забывайте и о правилах орфографии.
This huge country, more than four times the size of California, has a blank population than a number of cities in California. Обращаю ваше внимание, что слово than, которое должно вам подсказать, какую форму выбрать, сравнительную или превосходную, может стоять не непосредственно возле пробела, поэтому обязательно читайте все предложение. Number six. Hi. South Island has the Southern Alps along its west coast, with Mount Cook being the blank point. Other inhabited islands include Stewart Island, the Catherine Islands, and the Great Barrier Islands. Number seven. Easy. The Glessner home glowed as the family welcomed its guests on Christmas night. This was the blank and the most exciting day in the whole year. Пару секунд вам сделать это упражнение. Итак, правильные варианты. Первое. Large, largest. Немая и в конце слова выпадает. И, конечно же, артикль the подсказывает, что здесь должна быть превосходная степень. Далее. Greater. Добавляем суффикс er. Почему? Потому что дальше идет them. Чем? Сравнительная степень. Wide. Widest. Немая и выпадает, мы добавляем суффикс est, превосходная степень, потому как стоит артикль the. Youngest, то же самое. Big, bigger, мы ставим сравнительную степень, потому что есть than, чем. Это сравнительная степень, обращаю ваше внимание, мы удвоили букву g, потому что слово содержит краткую корневую ударную гласную. High, highest. Превосходная степень, потому как стоит артикль the. Busy, busiest. Букву y поменяли на i. Добавили суффикс est. Опять же, превосходная степень, потому что стоит после определенного артикля. Итак, второй способ после синтетического для образования сравнительной и превосходной степени – это аналитический. Да? Для того, чтобы сравнительную степень образовать, мы добавляем more или less, как я уже говорила, для того, чтобы образовать превосходную – most или least. Например, effective – more effective – the most effective. Dangerous, more dangerous, the most dangerous. Эффективный, более эффективный, самый эффективный. Опасный, более опасный, самый опасный. Итак, следующий, третий, последний способ образования сравнительных и превосходных степеней прилагательных – это супплетивные. Я напоминаю, он образуется от других основ, поэтому это нужно просто заучить. Например, хороший – good, better, best. Плохой – bad, worse, worst. Маленький – little, less, least. Здесь же я вам привела пример и наречия «много», чтобы вы тоже запомнили. Many, more, most. Далеко, далекий – far, farther или further. Farthest или furthest. Два варианта. Возможно, сейчас объясню, в чем разница. Старый или старший. Old, older, elder. Oldest, eldest. Два варианта также возможно, как вы видите. Итак. Father и farthest используются только в отношении физического расстояния. Например, I live farther from school than Pete. Я живу дальше от школы, чем Петя. Further, furthest имеет более широкое значение, то есть оно может быть и фигуральным. Например, you can find further information on our website. На нашем сайте вы можете найти дальнейшую информацию. Elder, eldest обозначает старшинство в семье. Например, my elder sister lives in Sochi. Моя старшая сестра живет в Сочи. Older, oldest обозначает возраст. This is the oldest cathedral in Europe. Это старейший собор в Европе. Давайте попробуем делать упражнение. Итак, popular. Have you ever celebrated Масленица? It is one of the blank festivals in Russia. It signals the end of winter and welcomes the coming of spring. Number two. Bad. She suffered from severe social anxiety. Attending a school with over 800 students was her blank nightmare. But this year, Melanie was determined that things were going to be different. Number three, old. One of them blank and the most famous basketball teams in the Harlem Globetrotters formed in 1926. It has a lot of fans in the USA, Canada, Great Britain, Australia, and New Zealand. Number four, good. For useless athletes like me, these were the worst days of our school lives.
However, I eventually developed a strategy that made it a little blank. Number 5. Active. He was much blank than Peter and did this work faster. Даю вам секундочку, чтобы закончить это упражнение. Итак, правильные ответы. So the most popular. Да, мы используем аналитический способ, потому что слово многосложное. Далее, her worst nightmare. Обращаю ваше внимание, что это супплитивный способ, превосходная степень worst. Кроме того, у нас, смотрите, подсказка в данном случае, которую я вам говорила, не работает, потому что здесь нет неопределенного артикля the. Извините, определенного артикля the, потому что nightmare у нас определяется местоимением her. В этом случае артикль не ставится, поэтому не всегда эта подсказка вам сможет помочь. Дальше. Oldest, the oldest. Конечно, команда не по старшинству самая старшая, а самая старая, древняя, поэтому мы используем форму oldest. Better и more active. Обращаю ваше внимание, active, опять же, у нас здесь всего лишь два слога. И в конце немая, поэтому мы считаем слоги без нее. Active – ударение на первый слог. И поэтому мы образуем его по аналитическому способу. More active. Итак, я думаю, что мы закончим, остановимся здесь, потому что наше время подходит к концу. Мы сегодня с вами разобрали, прилагательные и существительные. Я надеюсь, что у вас нет вопросов. В следующий раз мы разберем числительные и местоимения. Поэтому, если у вас будут вопросы, обязательно подумайте, и в следующий раз я постараюсь на них ответить. Всем большое спасибо за участие. Всем желаю успехов. До свидания.